Опять он маски за мной. Давай, Кенши, садись Это, сюда. блядь. Давайте Блядь. садитесь у вас, блядь. Хватит мест, нахуй. Уехали. Нормально, блядь. Друг друга, нахуй. Олег, блядь, маску один. Да вы заебали вы, нахуй. Чё у вас с вами, блядь? Как? Вон, возьмите в патрульку, садитесь. В патрульку, Олег. Поехали. А за кем, блядь? Он за ним. Маску кто не одел? Есть маска лишняя. Олегу дайте маску. Порку дай маску. У него самого две осталось. Я пока бронзу. Порка, маешь маску? А у меня ты маешь маску. Выкиньте Олега, пожалуйста. У маски нет. Сейчас Хорхе. Порка, да. А куда мы едем, у меня вопрос. Я вам быка кину потом, чтобы приехал. Я еще не успел заскринить, блин. Да что вообще? Крабский. Буду, типа. Что ты за работа? Настя, у них кап тут идет, бля. Ну на кап-то приехали. Привет, пацаны, hello, goodbye, блядь. В натуре. Даже без этого. Чё, блядь? Кап. А сейчас мы нарпешно выглядел. Типа, они нежданно-незванно нас позвали. Ничего не рассказали, ничего не предупредили. И сейчас они говорят то, что типа нате, вот, охраняйте. Нормально. Найс, правда, найс. А где вы? Мы на высшем уровне. А, вот. Ладно, я на крышу полез. Есть у кого покушать? У меня есть. А ты кто? Дай мне покушать. Он. У меня тоже фрапс. Кому там покушать? Мне покушать. Ну, кто это мне? Я хитач. Ты Олег? Я. Иди сюда, назад. Да блин, ограничение тупо. Кенч, а почему он должен тебя увольнять? А, все, ну. А можно в ФК встать? Покушать давай? Типа, блин, просто, блядь, сейчас такая ситуация, да. Кому-то билет понял, блять. И поп. Что за хрень? А, это кто? Такое? А маршал, блять. Блять. Да. Все? Это агент. Все? Это все? Стоим здесь. А, давайте. И типа все? Не, мы просто стоим тут охраняем. Может расстреляем их? А, тут это последние две осталось. 9 минут. Ну да, они уехали, когда это все вырастет, они приедут. А, и факт в том, то, что они сейчас себе заберут. И факт в том, что нас рифт скилять будет, походу, где. А зачем они вообще собирают нахуй? Да.
Надо, типа облава. Это называется профессиональная работа в ФБР. Да, только, по-моему, ФБР, что я... Всё. Что ФБР, когда был, я ПРП собирал наркотики и клал их в пакет для улик. И потом смотрел, кто это.